Песни наши гости из Речицкого района начинают нашу сегодняшнюю программу. Мне кажется, это достойно аплодисментов. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу представить коллектив народного ансамбля песни и танца «Днепро». Спасибо, спасибо этим красивым женщинам за такое душевное выступление. И давайте знакомиться. Я знаю, что вы руководитель коллектива, Тамара Даниловна Дубовец. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, скажите, пожалуйста, где еще, кроме телеканала «Беларусь-4», можно услышать, как поют речицкие женщины? Да на любом торжественном событии, на праздничных событиях, в каждый праздничный день, День независимости, День Победы, День нашего города и на любом концерте, который проходит у нас в городском дворце культуры. А вот где вы берете материал для такого творчества? Все-таки у вас, я смотрю, и белорусская, и народная музыка, и самое разное есть в репертуаре. Ну, коллектив наш работает давно, много, у него большой творческий багаж. Тоже бабушкин сундук, можно сказать. Угу. Так что кое-что мы достаем из того, что мы когда-то пели, и делаем новые обработки теперь. Ну а дальше народная песня, песня авторская. Мы очень дружим с руководителем государственного хора нашего, Михаилом Павловичем Дриневским. То есть и там мы можем тоже получить ту песню, которая нам очень нравится. Ну, Тамара Даниловна, мне кажется, надо нашим зрителям сообщить о
о том, что народный ансамбль «Днепро» имеет очень много наград. Одна из них – это специальная премия президента Республики Беларусь за духовное возрождение, дорогие друзья. И в этом году коллективу исполняется 60 лет. Вот расскажите, как готовить их к такому юбилею, к такому значимому событию? Да, сейчас наш коллектив готовится к своему юбилейному концерту. Надо сказать, что наш коллектив, видимо, самый массовый ныне в Гомельской области, потому что у нас более 40 участников, певцов, танцоров. Больше мы, конечно, работаем часто и на тематике местной, например, хореографические миниатюры. Это и днепровские речники, это и речицкая полька, которой мы работаем, которая ставит наш талантливый балетмейстер. В общем, вы пришли к 60-летию с таким большим багажом. Да, конечно. Спасибо. Нам есть что показать, у нас есть что услышать. В городе нас любят, мы рады выступать перед своими горожанами. И, конечно, выезжаем туда, куда нас приглашают. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня «Добрый вечер, Гомель» расскажет вам о Реческом районе и о людях, которые живут в этом удивительном крае. Вы знаете, Речицкий район – это один из промышленных и культурных центров Гомельской области. Здесь проживает 98,5 тысяч человек. На территории района расположено сегодня 179 населенных пунктов. Кстати, Речицкая земля самобытная. Она богата музыкантами, народными умельцами, талантливыми ремесленниками. Здесь развиты традиционные белорусские художественные ремесла, такие как соломоплетение, лозоплетение, кузнечное дело, вышивка, керамика. Кстати, название свое город получил от древнего притока Днепра, реки Речица, впадавшей в него в районе древнего городища. Здесь вообще очень много памятников археологии. Городища, курганные могильники можно встретить повсюду. Кстати, при проведении раскопок на территории Речицкого района была найдена древнейшая керамика эпохи неолита. А вы знаете, дорогие друзья, местные жители говорят, что увлечению керамикой здесь, в Речицком районе, способствуют не только природные условия этого края, но и талантливые мастера, которые стремятся к сохранению и, конечно же, возрождению ремесленных традиций. Один из таких мастеров сегодня у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста, Сергей Добровольский. Добрый вечер, Сергей. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Я хочу сразу обозначить, что, дорогие друзья, гончарный круг на «Добром вечере» – явление редкое, поэтому, конечно же, мы очень ждем, что вы расскажете и покажете, что это такое в принципе. Вода, гончарный круг и глина, да? Это все, что необходимо ремесленнику, чтобы делать вот такую красоту? Ну, в принципе, да. Итак, глина у вас откуда? Глина местная. Речицкая? Да, из города Речицы. Принесли глину дальше. Ну, чтобы что-то сделать, надо что? В общем, нужно ее поделить на кусочки, а потом поместить на гончарный круг и так уже выкручивать изделие. И все? И так просто кажется? Ничего себе! Ну, кажется. Но вы знаете, вот ваши изделия, которые представлены сегодня в нашей студии, они выглядят очень по-старинному, как будто им уже очень много лет. За счет чего получается такой результат? Это техника молочения, которой пользовались еще наши прапрапрадеды, пока не придумали глазурь. Ну, вы объясните для наших зрителей, что такое они, молочение. Да, делали таким образом. После того, как посуда проходит утильный обжиг, то есть первоначальный, там, 1000 градусов, ее после этого окунают в молоко. Молоко? Молоко, настоящее коровье молоко. А после этого опять она идет в печь. И запекается там при температуре 250 градусов. И она приобретает такой цвет. И под старину такой получается, ну, да? Как бы, ну, просто раньше не было глазури, и поэтому все выглядело именно так. Вот это? Да. Вот это и есть такая техника, да? Молоко, да. Молоко дает цвет и забивает поры, и посуда становится водонепроницаемой. А почему разный цвет? Это зависит от жирности молока, наверное? От температуры в печи, от жирности молока. От жирности молока. И от жирности тоже.
Но я знаю, что вот этот вот сундук бабушкин, он сегодня не случайно в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как вы делаете свои изделия с помощью бабушкиных каких-то старых... Ну да, в общем, платочек. Как бы есть много гончарных изделий, которые выкручиваются так. На круге, а есть еще бабуля моя в юности навязала много салфеток крючком. Так. И, собственно, я как бы ими пользуюсь, так. Отпечатываю на тарелке. Вот. А, то есть, чтобы получить вот такую тарелку, удивительную, вообще удивительной красоты тарелку, нужно просто иметь старый бабушкин сундук с какими-то салфетками. Да, салфетками так, старыми. И глину. Расскажите, как вы это будете делать, и покажите нам. Сейчас покажу. Так. Разбинаем ее. А, то есть, ну, как тесто, какой пироги материал? Такой. Ну, да, как пироги, в принципе. Тоже имеется скалка. Так. Такая. Да, ну, Сергей, я очень хорошо делаю пироги, дайте я вам помогу. Поддержите меня, пожалуйста. И просто раскатываем какую-то форму будущей, будущей тарелочки. Ну, приблизительно. А вы обещаете сделать тарелочку, которую я сейчас раскатаю? Постараюсь. Хорошо. Пусть она будет неровненькая. Если она доедет так. До печки, то будет готова. Так, смотрите, что можно это показать нашим зрителям? Ну, конечно. Значит, вот что мы раскатали, а толщина небольшая у нас? Нет, ну, пока что еще большая. Нужно где-то 3-4 миллиметра. А, то есть можно раскатать еще больше, да? Да. Так, да, немножечко помогу, помогите подкорректирую. Мне немножко. У меня-то уже сноровки побольше. Вы знаете, мы делаем тарелку. Тарелку, представляете? Так, отлично. Ну, дальше. Да. Я беру... Да, сначала... Вот такую салфетку кладу и делаю трафарет. Я все правильно понимаю? Ну, как бы, да, отпечаток. То есть это могут быть листочки какие-то, да? Да, какие-то да, другие листочки. Вещи. И тоже надо скалкой так проходить? Да, да. А сильно? Ну, вот, достаточно в месяц. А, вот оно. Да. А это убирать теперь? Да, все, теперь можно убирать. Я хочу, чтобы показали, да, что же получилось. Здорово! Ну вот, а теперь так. Все, доводим до конца все это дело. Так ничего сложного, кажется, совершенно. Ну, кажется. Тут сейчас самое главное ее высушить. Сделать-то ее не проблема. Так. А вот сохнет она. А, несколько дней, наверное, да, больше. Ну, четверо-пятеро суток где-то примерно. Но она же нужна. Не просто под солнцем сохнет, это должна ну, быть да. Температура, печь. Это нужен шкаф, нет, шкаф сушильный, так. В котором нету потоков воздуха, чтобы она равномерно просыхала. А скажите, вот эту вот тарелочку, это будет тоже способ молочения? В молоке да. Будем обжигать, да. Да? И какая она получится? Ну, вот как бы будет похоже на одну из этих, в зависимости то есть... от того, где она будет лежать в печи и какая температура. Давайте покажем, посмотрите, вот, дорогие друзья, посмотрите, это то, что получилось вот в результате, да, и то, что, в принципе, получится у нас. Я жду тарелочку по почте. Ладно? Да. Спасибо, Сергей, большое. Договорились. Вообще, на самом деле, это очень увлекательно, серьезно. Я знаю, что вот таким вот методом в молоке издревле пользовались гончары на Руси. Знаете об этом что-нибудь? Ну, как бы и у нас... То же самое, в принципе, везде гончары были одинаковые, точно так же, как и в Европе, и всегда... Я не помню дату точную, когда придумали глазурь, но до того, как появилась глазурь первая, вот было всегда только молоко. Вы знаете, мне кажется, вы очень увлеченный человек. И мне кажется, что именно увлечены не просто каким-то ремеслом, а каким, вот даже традициями своего родного края. И бабушкин сундук у вас есть, и все вы знаете, как это надо сделать и преподнести. А почему вообще выбрали такое ремесло? Почему вас вообще интересует культура вот своих предков? Ну, на самом деле, это случайность такая. Я учился в школе в городе Речице, в 9-й. Там есть класс с архитектурно-художественным уклоном. Я вот с 5 по 11 класс, мне как бы привили любовь к чему-то, к творчеству какому-то. Вот. Ну, после этого как бы прошло много времени. А, ходили мы вместе от школы, вместе с классом ходили... На керамический завод у нас в Речице раньше был, то есть вы закрылся. Видели, как это я видел гончарный круг, да, меня это поразило. Вот. А потом прошло уже много времени, я об этом забылся. И познакомился с гончаром, тоже с Реческого района. И он просто согласился меня обучить всем премудростям, так сказать. То есть как бы глину я в руках до этого держал, но как с ней дальше обходиться, я не знал. Он меня научил, мне это ну, как бы понравилось, и я продолжил заниматься. Вот сегодня мы уже показали, как сделать удивительную, удивительную посуду, например, тарелочку с помощью салфетки. А что такое все-таки гончарный круг? Покажите нашим зрителям, как это ну, работает. Ну, это вот да, это немножко да. Уже другое дело. Покажите, и если надо, расскажите. Так, вода. Для лучшей
сцепки глины с кругом, смачиваем поверхность. И поехали. Поехали. Вы хотите сделать какую-то чашечку, вазочку, что мы будем делать? Ну, посмотрим, наверное, какой-то кувшинчик. И сколько времени вообще на это было? Должно, в принципе, уйти? Ну, минут 10, может быть. Это у мастера? Ну, да. А если первый раз делается, то, наверное... Ну, первый раз не получится. Не получится. Нужно много силы, давления и... Изначально сконцентрировать все это дело непросто. Нужно время тренировки. А почему вот вы ничего еще не делаете, а просто крутите глину? Это так надо? Или... Ну, все, вот сейчас начну. Ну, давайте, мы ждем. Ну, давайте. Для начала, опять же, нужно все это дело отцентровать на круге, что занимает такое длительное время, как бы процесс серьезный. Нужно сделать так, чтобы этот кусочек глины крутился ровно и не болтался, чтобы кувшин был ровный. Но вы же не регулируете скорость, у вас просто уже... Регулирую. А, вы... А, понятно. Ну, есть... тут одна на этой скорости достаточно, как бы, можно работать. Но мне кажется, для женщин это сложновато, да? Есть женщины-гончары, я удивляюсь, как они работают. Сам лично еще не знаком, не видел ни разу, но в интернете, как бы, хватает видеороликов. Они... Сила нужна, конечно, большая. Силы надо я много. Даже. Я потрогаю эту глину, на самом деле она такая жесткая, жесткий материал. Ну что, у нас сейчас получится кувшинчик, дорогие друзья. А вы знаете, вот пока Сергей работает, я вас немножко поразвлекаю. Ведь народное творчество, народное искусство, вот такое, например, как гончарство, и такие вот народные умельцы, как Сергей, они являются не только хранителями вот все-таки исторической памяти, да, согласитесь, но и при этом еще передают свое мастерство, традиции предков подрастающему поколению. Вот, кстати, местом, где этому обучают, является Реческий центр ремесел. Каждый желающий, независимо от возраста, может освоить там техники таких... ремесел, как лозоплетение, обработка соломки, белорусская вышивка, лепка и даже роспись по ткани, не говоря уже о керамике и ткачестве. Творить настоящее искусство своими руками из самых простых и доступных материалов помогают местные ремесленники. В Реческом центре ремесел регулярно проводятся мастер-классы, экскурсии, встречи с местными мастерами народного творчества. Кстати, сотрудники центра занимаются также созданием сувенирной продукции и участвуют в выставках декоративно-прикладного творчества на самых популярных фестивальных площадках страны. Сергей, вы знаете, ну, скажем, самого знаменитого уроженца города Речицы, вот первое, что на слуху, который прославил ваш край? Исачев. Ну вот почему-то все один сразу вспоминают. Да, просто как бы на слуху последнее время. На самом деле Речицкий район богат на таланты и знаменитости. Этот край, он дал миру очень много известных людей. Здесь родились поэты, драматург, ученый Михаил Громыко. Знаменитый оперный певец Федор Стравинский. Кстати, отец известного русского композитора Игоря Стравинского. Речицкий край прославили также Ефим Капелян, народный артист СССР. И конструктор судов Александр Москалик, и, конечно же, известный художник-живописец Александр Писачев, как мы уже и сказали. А вот как местные жители хранят свое наследие, расскажет старший научный сотрудник Реческого краеведческого музея Наталья Александровна Сернова. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Наталья Александровна, присаживайтесь, присоединяйтесь к нашей беседе, если это можно так сказать. Вы умеете гончарить? Ну так, спрашиваю. Нет, не умею, к сожалению. Вы знаете, это очень интересно и увлекательно на самом деле. У нас уже вот что-то получается. Ваза, я думаю, будет какая-то интересная, наверное, с какими-то реческими мотивами. Но то, что с реческим настроением, так обязательно. Вы знаете, Наталья Александровна, я обычно гостям передачи, историкам, да, задаю традиционный вопрос. С чего вы обычно начинаете экскурсию по своему родному краю? И мне кажется, если это речь, то, наверное, с Александра Исачева. Мы, конечно же, рассказываем и об Александре Исачеве тоже, потому что это художник, который стал действительно в свое время сенсацией не только для Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это художник, который получил мировую известность, и даже первая его выставка, первая прижизненная, к сожалению, последняя прижизненная выставка в родном городе, через которую прошло около 20 тысяч человек, уже о многом говорит, и у Александра Исачева появились тогда тысячи поклонников. Надо сказать, что всегда своим родным городом он называл Речицу, хотя родился он в Калинковичском районе. Но он был маленьким, когда семья переехала в наш город. И
даже в 70-е годы прошлого столетия, когда была волна эмиграции многих неформальных художников за рубеж, Исачев не только не переехал за границу, но даже не перебрался в какой-нибудь из крупных культурных центров, например, стоит Ленинград. Стоит напомнить еще, что иконы, написанные Исачевым, сегодня находятся в местных храмах. Да. А много ли вообще подлинных работ художника сохранились в вашем Реческом музее? В нашем музее хранится государственная коллекция работ Александра Исачева. Это работы, которые включают в себя, сама эта коллекция включает в себя 5 полотен живописи и 25 листов графики. И помимо этого имеется еще и репродукция работы «Аполлон» или автопортрет, вернее реконструкция. Реконструкция эта была выполнена рукой белорусского коллекционера, который имеет наиболее крупную коллекцию работ художника у нас в Беларуси, это Олег Орлов. И он подарил ее нашему музею в 2015 году, как раз во время открытия выставки, которая была посвящена 60-летнему юбилею художника. И помимо этого, конечно же, хранится у нас и мемориальный комплекс Исачева, который включает в себя более 100 музейных предметов. И помимо того, что оригинальные работы художника можно увидеть в картинной галерее нашего музея, в самом музее имеется экспозиция, которая посвящена нашему известному земляку, и в которой показаны фотографии, и личные вещи, и другие предметы. Мне интересно, каково это иметь вообще такое наследие. Дело в том, что полотна Исачева считаются одними из самых дорогих в мире. И если не ошибаюсь, в вашем музее даже есть черный список украденных картин этого художника. Это вы его принесли с собой? Я принесла с собой вот этот каталог. Это издание эксклюзивное, издание, которое вышло ограниченным количеством экземпляров, всего в 1000 единиц. И этот альбом включает в себя работы и живописные, и графика, и иконопись, и миниатюры. Все те работы, которые удалось найти составителям. А составителями этого замечательного издания стали Олег Орлов, вышеупомянутый мной, и Наталья Николаевна Исачева, вдова художника. И вот здесь, да, действительно, есть отдельный раздел, в котором перечислены, показаны те работы, которые находятся, которые были похищены в свое время из коллекции работ самой Натальи Николаевны и из других частных коллекций. А находится что-нибудь? Или это поисками даже не занимаются? Я имею в виду историки. Нет, мы не находили. Нет, но мы гордимся тем, что у нас в музее все-таки есть коллекция его работ, потому что за свою недолгую жизнь, всего 32 года, Александр Исачев написал около 500 полотен живописи, сотни листов графики, почитать количество которых на сегодняшний день не представляется возможным. Ну и, конечно, иконы, миниатюры. Ну вот небольшая часть этой коллекции все-таки хранится у нас. А давайте заинтригуем наших зрителей еще больше. Расскажите, пожалуйста, какие еще тайны хранит сегодня Речицкий музей, кроме Александра Исачева и его творений? Ну, помимо этого, конечно же, в музее мы рассказываем, показываем те предметы, которые раскрывают историю нашего края. Например, такие интересные, я назову только некоторые. Например, византийская монета Иоанна Цимисхия, которая была найдена на берегу Днепра в 1909 году у нас, и которая говорит о том, что уже в X веке здесь жили люди. И надо сказать, что Речица вообще появилась на месте поселения Дриговичей, и прямо в центре города, в исторической его части, на берегу Днепра, находится городище, которое относится к эпохе раннего Железного века Киевской Руси, и которое является тем местом, откуда начинается история нашего города. Ну и, конечно, представлено много других интересных предметов, и в том числе и ведется рассказ о тех людях, которые прославили наш край. Помимо этого, можно увидеть у нас и макет Речицкого замка, который, к сожалению, не сохранился до сегодняшних дней. Это замок, который появился на том месте, где сейчас находится детский парк, а когда-то было, сегодня это городище. Замок, который простоял около 2 столетий и был сожжен во время войны с Московского государства, с Речью Посполитой в самом начале этой войны. Но, к счастью, сохранились
документы сохранился рисунок, на котором частично виден этот замок, и благодаря этому рисунку удалось создать макет. Да, и этот макет находится сегодня в краеведческом музее, его тоже можно увидеть. Спасибо. А что посоветуете посмотреть вообще туристам в Реческом районе? Какие маршруты самые популярные сегодня туристические? Конечно же, мы начинаем свой рассказ с показа городища, о котором я уже рассказывала. Это то место, где находился, где стоял Речицкий замок. Помимо этого, конечно же, очень интересны памятники архитектуры, которые находятся у нас в городе, памятники каменной архитектуры, потому как известно, что Речица конца 19-го, начала 20 веков, она только-только начинает застраиваться каменными домами, появляются первые каменные здания, поэтому прямо в историческом центре города можно увидеть эти здания, например, бывшая почтово-телеграфная контора, этот объект, кстати, был отреставрирован в 2007 году. Это и прекрасное здание картинной галереи, которое, кстати, в 2015 году получило имя Александра Исачева, теперь она носит имя нашего земляка. Это и культовые постройки, такие как Свято-Успенский православный собор и находящийся рядышком с ним католический костел Святой Троицы, памятники, которые являются вместе с вышеуказанными теми объектами, которые внесены в государственный список историко-культурных ценностей. Такой маленький, казалось бы, город, да? Но он такой вот компактный, благоустроенный, столько много всего интересного. Это только, наверное, малая часть, да? Конечно, это только небольшая часть. Помимо этого, много и других памятников. Это и памятники боевой славы. Например, танк Т-34, который был установлен... Это один из двух боевых танков в Беларуси, который был установлен после боев именно в качестве памятников. Это и современный памятник, каплица Святой Фросини Полоцкая, которая возвышается на высоком берегу Днепра. И то место, на котором этот памятник располагается, он известен, стал свидетелем тех событий, которые важны не только для речичан значимы, но и для белорусов, потому как именно на этом месте произошла остановка парохода «Головачев», который вез мощи белорусской святой с Киева Полоц, когда их возвращали в 1910 году на родину. И здесь мощи были снесены на берег, в Свято-Успенском соборе проводилась божественная литургия, и потом святыня отправилась далее. Ну и в 1995 году здесь была воздвигнута вот эта каплица, которая называется официально юбилейный, но ее так практически не называли, наверное, может быть, только первое время, потому как венчает это сооружение орел души Ефросинии Полоцкой, и речичане очень быстро стали называть эту каплицу именно ее. Наталья Александровна, я думаю, за подробностями. Пусть наши зрители приезжают в Речицу, правда? И я думаю, там найдут для себя очень много интересных фактов, каких-то неожиданных историй, потому что Речицкая земля, она действительно полна тайн и загадок. Ну вот у меня хотелось бы у Сергея спросить. Сергей, есть вообще спасибо. Сергей, скажите, есть у вас любимое место в Речицком районе, вот, или, может быть, на ваш взгляд, самое популярное у местных жителей сегодня? Ну, набережная. Место такое, там приятно, глаз радует этот. Не знаю, больше ничего такого. А что у вас получается? О, я вижу, это уже целое изделие. Ну, тут, если еще немножко постараться, да, то можно сделать и кувшин с ручкой. А, ну, в принципе, кувшин есть, но без ручки, да? Ну, да, пока что. Он, в принципе, готов. Вот понадобилось буквально 10 минут мастер. О! Это просто... И ручка. И теперь в молоко и в печку, что называется. Ну, сначала, да, в печку, потом в молоко и в печку. Вы знаете, Сергей, мы благодарим вас. Спасибо большое, что вы сегодня приняли участие в нашей программе. Вы, в общем-то, окунули нас в гончарство, можно так сказать, очень заинтересовали. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Вот как Речица стала городом нефтяников и о чем писала местная газета «Днепровец» 100 лет назад, мы расскажем сразу после рекламы. Друзья, на «Беларусь-4» продолжается масштабный проект к 80-летию Гомельской области. И сегодня наша программа рассказывает о Речицкой земле, о людях, которые здесь живут.
Кстати, узнать историю Речицкого края можно не только в местных музеях. Уникальные фотографии, редкие факты, воспоминания местных жителей собирают в том числе писатели и журналисты местной газеты «Днепровец». Вот в таких вот редких изданиях Речица «Дорогой столетий в будущее». Это одна из книг о Речицком крае. Так вот, в таких вот изданиях сегодня можно найти очень много любопытных фактов. Я хочу пригласить в эту студию главного редактора газеты «Днепровец» Игоря Георгиевича Сергеева. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Игорь Георгиевич. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Свежий выпуск? Да. Так. Для вас специально. Ну и да, это, знаете, как селфи на память, да, с Днепровцем. Спасибо большое, обязательно почитаю. Но я хочу обратить, присаживайтесь, я хочу обратить внимание, дорогие друзья, что 100 лет назад вот вышел первый выпуск газеты, он назывался «Голос Полесья». Да. Это первый выпуск газеты «Днепровец». Вот мне интересно, что писали, о чем писали наши коллеги 100 лет назад? Это удивительно, это какой 1917 год был. Очень важный, знаковый. Не поверите, писали о выборах в местные органы власти. Граждане и гражданки. Ну-ка, прочитайте. Граждане и гражданки, как нас призывали на выборы 100 лет назад? А вот сейчас. Интересно. Граждане и гражданки, редакция горячо призывает вас не уклоняться от участия в выборах городского самоуправления. Это ваш гражданский долг. На протяжении 100 лет журналисты газеты «Днепровец» ведут такую своеобразную летопись своего края. Вот как менялось издание на протяжении этого века? 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому стилю 17 года вышел первый номер «Голоса Полесья». Эта газета издавалась Речицким советом рабочих и солдатских депутатов. И вот в таком виде газета просуществовала до октября 17 года. Недолго. После известных событий в Петрограде наша газета стала называться «Известиями Речицкого совета рабочих и солдатских депутатов». Выходило тоже, к сожалению, недолго, потому что 27 февраля 18 года по Брестскому мирному договору Речица была оккупирована кайзеровскими войсками. Поэтому газета некоторое время не выходила, а потом стала выходить. Стала называться «Речицкий рабочий». Выходила она до мая 20 года. К сожалению, в мае 20 года Речица была оккупирована войсками Панской Польши. Всего месяц продолжалась оккупация, но за этот месяц они вытащили из Речицы все. В том числе оборудование 2 речицких типографий. И, к сожалению, выпуск газеты на Речицкой земле на некоторое время прекратился. И возобновился только в 1930 году, когда Речица уже вошла в состав БССР. Газета тогда называлась «Речицкая правда». Через 2 года, 7 ноября 1932 года, она стала называться «Зара коммуны». И вот в таком виде она просуществовала до 1962 года. Особая строка в нашей истории – это выход нашей газеты в подполье, в партизанском отряде, в бригаде имени Ворошилова. Интересно, что она печаталась на одном и том же станке и редактировалась одним и тем же человеком вместе с «Гомельской правдой». У нас был один редактор – Александр Пахомов. Он был и главным редактором «Зары коммуны», и главным редактором «Гомельской правды». Вот с того времени газета выходит постоянно. В 1962 году, после объединения газет районных, мы получили название свое нынешнее «Днепровец». Ну вот с тех пор вот так вот. Вы знаете, дорогие друзья, я вот не могу удержаться. Я просто должна обязательно посмотреть, о чем же пишется на страницах «Днепровца» в свежем выпуске. Итак, «Сказочная зима» пришла в Речицу. Безусловно. Так, видно. Дальше. Все в ваших кругах и силах, меры по содействию занятости, иностранные языки, ну, есть и жуткие какие-то материалы. Но, в принципе, я так понимаю, что героем газеты «Днепровец» сегодня может стать любой житель Речицкого района и города Речицы. Вы абсолютно правы, Андрейка. Как бы ни менялось название нашей газеты, какие бы ни были изменения в политическом строе, приходили и уходили завоеватели, менялись исторические формации. А газета всегда писала о речичанине и о Речице. О простом человеке, об его нуждах, об его заботах, об его надеждах на будущее. Именно поэтому все эти 100 лет нас читают, выписывают. Теперь вот
читают нас в сети интернет. За прошлый год нам пришло более 2000 обращений, самых разных, со стихами и прозой, с жалобами, и с предложениями. Вообще, нас очень радует такой активный диалог с читателями, значит, мы востребованы, а значит, у газеты есть будущее. Ну, это неудивительно, все-таки газете 100 лет. И стоит напомнить нашим зрителям, что сегодня «Днепровец» выходит 3 раза в неделю, поправьте, если не так, 36 полос, и тираж почти 8000 экземпляров. Расскажите нам, пожалуйста, Игорь Георгиевич, а вот на ваш взгляд, какая главная задача современного вот такого вот местного издания? Вот как вы считаете, что самое главное на сегодняшний день? Самое главное – человек, настоящий гражданин. Неважно, чем он занимается, в том числе, если он и пишет, он должен помнить слова Пушкина. Вот он как написал в своем памятнике: «Долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Вот если все, что делаем мы, будет направлено на это, на пробуждение добрых чувств в человеке, вот тогда мы свою жизнь проживаем не зря. Тогда наш труд будет востребован, и люди будут о нас вспоминать с теплотой и с благодарностью. Я, вы знаете, представляю, какие чувства пробуждались вашими статьями 50 лет назад, когда в Белоруссии открыли нефть. Я даже вот боюсь представить, что творилось тогда на страницах газеты и вообще в Речице, не только в стране. Вообще, это новая отрасль, целиком для Белоруссии. Поэтому, конечно же, для нас это очень важное событие. Речица совершенно изменилась. Это я как старожил вам говорю. Я помню Речицу до нефтяников. Так. Очень хорошо. Но с приходом нефтяников, конечно же, у нас появилась новая отрасль. Много новых людей, которых мы очень любим, ценим и уважаем. Просто хочу напомнить, что 50 лет назад под Речицей нашли белорусскую нефть. Так Речица стала городом нефтяников. И сегодня почти половина населения района в той или иной степени имеет какое-то отношение к Беларуснефти. Вот как нефть изменила город и его жителей. Об этом расскажет начальник нефтегазодобывающего управления «Речица-нефть» Сергей Петрович Стельмашок у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Сергей Петрович, добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь, проходите, спасибо. Присоединяйтесь. Ну что ж, стоит обозначить, что «Речица-нефть» – это одно из важных подразделений нефтяного комплекса всей страны. Здесь сосредоточена почти вся добыча белорусской нефти. Сколько действующих скважин под Речицей на сегодняшний день, и сколько же они дают черного золота в сутки? Уж простите за такой вопрос. Ну, вы правильно сказали, 50 лет назад началась история белорусской нефти. Она произошла под Речицей, на скважине номер 8 Речицкого месторождения 29 апреля 1964 года забил первый нефтяной фонтан. И с этой даты мы ведем историю нашего объединения «Беларусьнефть» и, соответственно, историю нефтяников Республики Беларусь. Вообще, в Республике Беларусь за всю 50-летнюю историю пробурено несколько тысяч скважин, но на сегодняшний день, ввиду того, что они убывают, стареют, к сожалению, на сегодняшний день у нас эксплуатационный фонд насчитывается порядка 800 скважин. Если говорить о Речицком месторождении, то самым крупным, которым в 1964 году впервые открылось, начально извлекаемые запасы по нему составляли порядка 44 миллионов тонн. На сегодняшний день ежегодно мы добываем с этого месторождения 500 тысяч тонн, и фонд скважин именно Речицкого месторождения составляет 162 скважины. 162 скважины под Речицей, если можно так выразиться, да? Приблизительно так. Да. Вот, кстати, стоит еще обозначить, что мы говорим о том, как нефть повлияла на развитие города. В город приехало очень много нефтяников, да? И сегодня в Речице проживает, и в Речицком районе проживают люди самых разных национальностей, да? Которые тогда приехали поднимать эту отрасль. Это тоже, кстати, мне кажется, очень-очень важный момент. Ну, вы знаете, мне кажется, зрителям всегда интересно знать, а с какой же глубины добывают нефть. И вот сегодня самая глубокая скважина у нас какая? Ну, самая глубокая скважина – это первая припортовая на территории Речицкого района. Она была пробурена несколько лет назад. Уже в новейшей истории нашего объединения ее глубина 6640 метров. А вот я, вы знаете, хотела бы спросить, вот эти образцы, которые сегодня представлены в нашей студии, вот с какой они глубины, расскажите нам, вот какой-нибудь самый яркий. Ну, кажется. На сегодняшний день хочу сказать, что вот из тех образцов, которые здесь представлены, это нефть с разной глубины. Почему? На сегодняшний день мы имеем в Республике Беларусь уже разведано 84 месторождения. И, по сути, физико-химические свойства нефти практически у нас от газоконденсата до битума.
Вот. Поэтому вот первомайское месторождение, оно достаточно глубокое месторождение. Здесь порядка это... 3-4 километра. Угу. Вот. Молодушинское там порядка 3,5 километра. Но вот. Это все, вы хотите сказать, нефть. Это вот для тех, кто не совсем образован. Это, да? Это все нефть. Белая, синяя, Мы говорим черное золото, да. Но фактически она может быть и зеленого цвета, вот как вы можете продемонстрировать вот в последней колбочке. И это тоже только зеленое золото, и практически... дорогие друзья. Да. Нефть белорусская, даже я это знаю, она не бьет фонтаном, она очень-очень сложно добывается, да, и для этого используются какие-то супер-супер технологии сегодня. Ну, она бьет фонтаном на вновь открытых месторождениях, вот мы дальше поговорим об этом. То есть на первой начальной стадии разработки любого нефтяного месторождения практически, она бьет фонтаном, потому что пластовое давление достаточно для того, чтобы добывать ее таким способом. А потом уже переходим на механизированный способ добычи, и он, ну, так сказать, более затратный, конечно. Трудноизвлекаемое есть такое еще понятие. Трудноизвлекаемое, да. Но если сегодня мы говорим о запасах, вообще есть понятие у любого нефтедобывающего региона, такое понятие, как остаточно извлекаемые запасы. То есть то, что потенциально еще из земли можно добыть, то на сегодняшний день вот из 43 миллионов запасов, которые у нас числятся на сегодняшний день, практически 50% трудноизвлекаемые. То есть это нефть, которая находится в слабопроницаемых коллекторах, она обводненная, с содержанием солей, с большими парафинами, асфальтенами с большим содержанием. Соответственно, все это требует определенных затрат дополнительных для того, чтобы вести ее добычу. Ну, конечно же, стоит сказать, что сегодня в нефтедобыче используются самые современные и научные разработки, и технологии. Наверняка появляются какие-то новые все-таки способы добычи вот сегодня белорусской нефти, черного золота. Расскажите нам. Процесс добычи нефти и способы добычи, они, ну, по сути-то, не меняются. Они модернизируются и проходят инновационные какие-то разработки, внедрения в этот процесс. И вот на сегодняшний день Белоруснефть, мы занимаемся как от поиска, разведки, да, там от сельскохозяйственных работ. Да. И как мы сегодня говорим, потому что Белоруснефть на сегодняшний день вертикально интегрированная нефтяная компания до бензоколонки. То есть практически то, что мы добываем на сегодняшний день, мы перерабатываем на своих нефтеперерабатывающих заводах и уже реализуем сети АЗС. Угу. То практически на всех этапах вот этого длинного цикла от разведки до бензоколонки практически у нас идут инновационные достижения, научно-технического прогресса внедряются практически на каждой этой стадии. Поэтому нельзя сегодня сказать, что именно нефтедобыча, вот именно какие-то новшества. То есть весь процесс, он постоянно модернизируется, он постоянно в движении. Я хочу сказать, что все направления нефтедобычи на сегодняшний день практически соответствуют мировому уровню. Дорогие друзья, вот здесь у нас под Речицей мы говорим сейчас о том, что добывается нефть, и причем на самом высоком мировом уровне. Это очень важно. Ну что ж, нефтяные богатства, да, они обычно меняют. Они меняют судьбу человека, судьбу страны. И известно, что они изменили судьбу города Речицы, его жителей. Сегодня большинство речичан работает на предприятиях Белоруснефти. При этом стоит отметить, что благоустройство Речицы и района — это все-таки особая такая забота нефтяников. Вот расскажите, как вы помогаете родному городу сегодня? Ну, наверное, святая обязанность всех речичан — помогать родному городу, любимому. И вот сегодня и краевед наша говорила о том, что наша каплица Ефросиньи Полоцкой, наш Свято-Успенский собор, набережная, ну, наверное, последние объекты, которые были приурочены к 50-летнему юбилею объединения, они практически все построены либо реконструированы с участием объединения «Белоруснефть». И наше руководство всегда чтит своей честью и обязанностями именно участвовать в жизни Речицы, в социальной и культурной, и спортивной жизни. Вот. И тот красивый город, который на сегодняшний день мы имеем, конечно, он в том числе построен с участием «Белоруснефти». Многие говорят, ох, повезло же речичанам, нашли у них нефть, счастливые они. Я думаю, что они счастливы не только поэтому еще, правда? Но нефть, она, конечно же, сыграла и свою роль. Кстати, вот в изданиях, которые сегодня представлены в наших студиях, есть книга о Речице, и здесь, по-моему, тоже есть материал, да? Покажите нам, пожалуйста, о Белоруснефти. То есть это историческое предприятие сегодня уже, исторические события. Да, исторические события. Кстати, вот эта вот книга к 800-летию Речицы, она была проспонсирована объединением «Белоруснефть». Нам удалось собрать коллектив ведущих историков Республики Беларусь. Как правило,
доктора наук, очень немногие кандидаты, которые писали свои разделы. Поэтому это капитальный труд об истории Речицы. Вот, я считаю, очень хорошее издание здесь обо всем. Вплоть до того, что можно посмотреть грамоту Стефана Батория, которую давал. Вот она, кстати говоря, есть. Угу. С уникальной своей подписью. Это о вольностях Речицы. Все это найдено в архивах, все это описано. Вот, ну, а, естественно, труд требует денег, поэтому нефтяники вот не отказывают. Ну, издательская деятельность вашей газеты, она имеет особое значение. Да. В последнее время, это видно и по вашим изданиям, да, вы пытаетесь издавать самые разные книги сегодня. Совершенно верно. Вот уже порядка 10 лет мы имеем лицензию на издательскую деятельность и издаем книги. Мы являемся уникальной в этом отношении редакцией. В Гомельской области только у Гомельской правды есть лицензия на книгоиздательскую деятельность. Я считаю, что большой удачей является то, что нам удалось в районе издать несколько книг. Вот, например, книга о населенном пункте Заспа. Это один только населенный пункт. Посмотрите, и какая вот, книга про один небольшой пункт. И вот здесь пункт. Все люди, которые там родились, которых можно установить по архивным документам с конца 19 века. Кто мельницей владел, кто был первым председателем совета, кто был председателем колхоза и так далее. Историю нужно сохранять. И не только на страницах газеты. И когда она есть вот в книгах, это, я считаю, для района очень большой плюс. Тем более, что за бюджетный счет здесь не взято ни копейки. Это все средства наших предприятий и отдельных граждан. Спасибо. В том числе и нефтяников. Игорь Георгиевич, а вот, может быть, расскажете, над каким проектом сейчас работаете? Может быть, в ближайшее время появится новое издание? Да, я надеюсь, что в этом году выйдет издание, посвященное столетию отдела по чрезвычайным ситуациям. У нас очень богатая история. И вот недавно мы узнали о том, что в годы Великой Отечественной войны, уже после того, как Речицу освободили, Речицкий РОЧС возглавляла женщина. Ай! Лейтенант внутренней службы. Спасибо большое. Ну, вы знаете, у меня есть такое предложение, пользуясь случаем. Вы можете пожелать что-то нашим зрителям сегодня и обязательно жителям Речицкого района. Ну, во-первых, удачи, здоровья, благополучия и, конечно, той любви к своей родине, которую речичане несут через всю свою жизнь. И если каждый из нас, опять-таки, вот возвращаясь словами Пушкина, будет что-то делать чуть-чуть лучше. Вот. Конечно же, наша жизнь общая станет лучше и достойнее. Этого я и желаю. Спасибо, Сергей Петрович. Для того, чтобы были финансы и было благополучие, необходимо, наверное, здоровье. Поэтому, наверное, такого здорового долголетия. Ну и любви к нашему родному городу, к нашей стране, потому что именно от любви и рождаются все добрые дела. И движется, и растет человек. Спасибо большое. Дорогие друзья, вот вы знаете, кстати, героями публикаций Речицкой газеты «Днепровец» очень часто становятся и знаменитые спортсмены. Например, местная школа пулевой стрельбы отличается исключительно женским характером. И вот почему, интересно, речицкие девушки выбирают такой своеобразный вид спорта? Об этом поговорим сразу после рекламы в этой студии. Дорогие друзья, вы знаете, Речицкий край – это вот такой современный и очень благоустроенный район Гомельской области. Здесь, кстати, активно развиваются сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Жителям района предоставляется сегодня современное медицинское обслуживание, в том числе и в сельской местности, где работают больницы сестринского ухода с врачебной амбулаторией, фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты. В районе также функционируют 82 учреждения образования, есть лицей, гимназия, детские садики и социально-педагогический центр. Кстати, в 2015 году в Речице был разработан уникальный социально-педагогический проект «Центральный герой» для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Вот какую альтернативу предложили детям местные педагоги, расскажет Марина Владимировна Савкина, автор проектов для подростков. Сегодня она у нас в гостях. Добрый вечер, Марина. Здравствуйте, Наталья. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, Зарина. Расскажите, пожалуйста, вот какой же способ по занятости подростков, непростых подростков, вы предлагаете сегодня?
Самое, наверное, в одном предложении можно сказать, учение с развлечением. А начиная с 2015 года мы вот действительно предлагаем ребятам участвовать в квестах, профилактических тренингах, вечеринках тематических различных, конкурсах, викторинах, мастер-классах. И это все объединяем вот в одном каком-то направлении, в одном клубе. А в 2016 году мы уже создали уникальный для, я бы сказала, даже республики хобби-клуб для подростков, где есть аэрохоккей, настольный футбол, приставка с кинектом. То есть профилактика — это, конечно, не скучное занятие должно быть. Оно всегда должно проходить с увлечением, с интересом, с пользой, с азартом. И вот ребята, конечно, приходят и, пользуясь возможностью, я напоминаю нашим учащимся, что наши двери открыты, мы рады будем видеть, конечно же, ребят на выходных, каникулярное время, для того, чтобы свободное время проводить с пользой и интересом. Ну, вы так увлеченно об этом рассказываете, я понимаю, что есть уже, во-первых, результаты, и еще один вопрос, а почему все-таки вы считаете, что детям, современным детям, вот все-таки нужны подобные вот хобби-клубы, потому что это весело, потому что это увлекательно, или это еще, ко всему прочему, и образовательно? И образовательно, и увлекательно, и модно. То есть, конечно, нам нужно быть в ногу со временем. И несмотря на то, что мы сохраняем традицию, правильно, да, отметили, наш город достаточно современный, и мы должны отвечать интересам нашей молодежи в первую очередь. И, конечно же, предлагать что-то новенькое, необычное. Да, и даже те, кто у нас танцует и поет, могут прийти в хобби-клуб и отдохнуть, скажем так, немножко в другом формате. А те, кто не знает, чем заняться, тем более, может прийти и что-то интересное. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Дорогие друзья, вот видите, учитывая такое все-таки, согласитесь, подход к воспитанию, неудивительно, что в Речицком районе очень много молодых талантов. Например, спортсменов. Кстати, стоит отметить, что для организации физкультурно-массовой и спортивной работы в Речицком районе на сегодняшний день имеется 100 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 2 спортивных манежа, 46 спортивных залов, 4 плавательных бассейна и 2 стрелковых тира. Прошу обратить внимание. Итак, стрельба. Так вот, это один из самых популярных видов спорта, вы не поверите, у местных женщин. И вот для меня это удивительно. Я хочу узнать, почему. И хочу пригласить в эту студию заслуженного тренера Республики Беларусь по пулевой стрельбе Михаила Ивановича Завадского и его учениц. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Проходите, будем знакомиться. Михаил Иванович, добрый вечер. Мы рады видеть вас в нашей студии. Сейчас познакомимся с вашими красавицами. Ирина Дегтяренко, это вы, мастер спорта по стрельбе пулевой, член национальной сборной Республики Беларусь. Мне кажется, вот за каждым этим словом стоят очень такие большие победы. И Алиса Чернобай, мастер спорта международного класса и член национальной сборной Республики Беларусь. Речицкие спортсмены по пулевой стрельбе, они прославляют свой край из года в год. Вот как вы считаете, в чем же главный секрет? Ну, можно начать с того, что стрельба у нас открылась где-то уже больше 40 лет в Речице. Все эти годы популярность имеют огромный спорт этот. И почему-то, как вы сказали, идут в основном и остаются девчата. Вот девчонки. Почему? Вот мне интересно, вот. Да. Мальчики уходят в силовые виды со школ, уходят в силовые виды спорта, единоборства всякие, футболы, девчонки к нам. Но я хочу сказать всем, что наш спорт, он очень такой сложный, очень даже тяжелый. Оружие весит до 8 килограмм. Это вот представьте ведро воды, девочки держат в руках, и часами они могут стоять час, два, три, не опуская, держать вот такой вес. Наверное, репетируете, тренируетесь с ведрами воды. Очень серьезно. Серьезные нагрузки. Были такие случаи, штангисты приходили к нам, не выдерживали у себя, приходили к нам, тренировались, а потом говорили, мы уходим назад, у вас тяжело. Это так было, правда. Ну вот девчата остаются и почему-то всегда побеждают и довольно-таки успешно выступают. А у вас есть какой-то секрет все-таки, почему это происходит? Вот почему Речицкая школа по стрельбе такая особенная, женская? Наверное, секретов таких нету больших. Как оно происходит, трудно. Может быть, общение с ребятами у тренеров хорошее, у нас несколько человек тренеров. А мне кажется, здесь главное все-таки найти цель. Что-то типа этого, да? А вот женщины, они в этом плане цель находят очень быстро. А на самом деле, вот расскажите, откуда вот такое увлечение?
Алиса, Ирина, расскажите. Ну, к нам тренер пришел в школу с заявкой набрать группу детей. И, наверное, с класса с трех... Ну, может, три класса с нами пошло, я в том числе. Было там около 60 человек, я осталась одна в итоге. Остальные отсеялись. Михаил Иванович у нас очень строгий тренер. Да? На самом деле, оно же да. видно, вот да. посмотрите, как... Мальчики не выдерживают. Мальчики не выдерживают. Надо стойкость характера. А скажите, в чем заключается его строгость? Вот что, он конфеты есть не дает, на свидание нет, не пускает. Морально, наверное. Да, ну, это тяжело, приходишь на тренировку, но сначала там, девочки, вот это сделайте, потренируйтесь, а потом, если мы плохо постреляем, это будут слезы. 50 отжиманий нет? Как вы их наказываете обычно? Нет, такого у нас нет. Вот, и девчата вот никогда не допускали, что что-то на тренировке. Здесь у нас настолько серьезно, что если вот говоришь задание на час-два, они никогда не отойдут в сторону ни на шаг, исполнят полностью. Это девчонки, все любые. У нас девочки стреляют, они рекордсменки Белоруссии, они ездили по всему миру, они побеждали там. Вот сейчас мы готовимся, пробиваемся на Олимпийские игры, на чемпионаты крупные, на кубки. Но очень трудно в Белоруссии, конкуренция большая. Вот. Немножко не хватает оружия у нас, не хватает... других приспособлений для стрельбы хороших. Но при этом может вот Алиса рассказать, она недавно была за границей. Так. Вот. В 2016 году был чемпионат мира в Катаре. Мы ездили командой, как раз девчонки, у нас команда вся поехала, все речичанки. У них, у девочек, у двоих, у других были замечательные, просто замечательное оружие, новое, красивое. Но поскольку я все-таки в Речице тренируюсь, Речиц у нас немножко не так спонсирует. У меня старый Урал, который 20 лет уже как назад списали. Было так, что я выходила на огневой рубеж, подходил ко мне судья и спрашивал, что это. Я говорю, это моя винтовка. Вообще интересно, огневой рубеж, оружие. И слышать это все, конечно, от женщин просто удивительно. Был позапрошлом году чемпионат мира был. Это очень серьезное соревнование среди военных армий мира. Так. Вот, среди военнослужащих армии всего мира. Там участвовало много и американцы, англичане, канадцы, немцы. Все. Основные сильные. Вот нашу армию белорусскую выставляли три реческих дамы. Дамы. Именно реческие. Вот. Ну, а вы не планируете идти на контрактную службу, имея такой опыт и такую физическую там подготовку? Там более серьезные условия, более сложные. Мне подходит пока быть гражданской. Скажите, Ирина, а вот на каких чемпионатах увидим вас и вас, конечно же, в ближайшее время? Ближайшие у нас соревнования – это Кубок Республики Гродно, да, в марте. Или в Бресте, или в Гродно, да. Вы готовы? Да. И физически, и морально? Да. Мы желаем вам успеха. И поверьте... Зная, что спортсменки, они обычно сидят на диете, мы подготовили к сегодняшнему эфиру. Дело в том, что я хочу пригласить в эту студию удивительную женщину. Но прежде чем раскрыть все карты, скажу просто, что сейчас мы будем говорить не только о еде и пробовать, и показывать. Мы будем говорить о живописном Днепре, на берегу которого отдыхал наверняка хоть раз каждый уважающий себя человек. Вы любите вообще Днепр? Есть там любимые конечно, места? Конечно, безусловно. Речицкий Днепр, он особенно красивый. Я с вами полностью две согласна. Две набережных. Вот нам не сказали. Одна нижняя, одна верхняя набережная. Одна гранитная внизу со ступенями к волне, а верхняя – это вообще красота. Там видно, ну, какая-то панорама огромная, картина. Там красота удивительная. Вы обратите внимание, да, вот с каким восторгом рассказывает местный житель о собственном городе. Да. Мне кажется, заслуживает, конечно же, аплодисментов. Дорогие друзья, на территории Речицкого района, благодаря действительно вот такой удивительной природе, расположились сегодня 20 агроусадьб. А это все-таки немало, поскольку мы говорим о белорусском туризме. Здесь функционируют гостиничные комплексы, туристические базы, тут есть дома охотника, санатории и 10 объектов придорожного сервиса. Так вот, как нашим агроусадьбам удается сделать отдых туриста незабываемым, расскажет наша гостья. Встречайте, пожалуйста, хозяйка усадьбы Намира 34 Людмила Васильевна Мыстковская у нас в гостях. Добрый вечер, мы вас ждем с нетерпением, проходите, пожалуйста, присаживайтесь.
Очень запахи, да, вот в нашей студии. Девчонки уже облизываются. Расскажите, что это такое? Вот целую передачу стоит за моей спиной с удивительными запахами. Какое-то удивительное, очень-очень очаровательное вот запахи блюда какого-то. Что это такое, Людмила Сергеевна? Ну, это блюдо, одно из тех блюд, которых мы встречаем на нашей усадьбе. Самое главное, чтобы это было вкусно, эстетически красиво, правильно? Вот не зря же мы вам такую красоту... То, что это красиво и ароматно, это однозначно. Вот я хочу обратить внимание, что вот так вот, наверное, почуют, да, дорогих гостей на Реческой земле. Во всяком случае, стараемся. А вы можете раскрыть секрет этого фирменного блюда? Основа. Здесь домашние продукты. Здесь домашний творог. Здесь овощи. Ну, которые сейчас уже, правда, зима, но мы выращиваем вообще, у нас подсобное хозяйство есть, и которых экологически чистые продукты, скажем так. То есть вы выращиваете сами? Да, у нас есть бабушка, которая нам помогает в этом, это моя свекровь помогает выращивать. И, в принципе, на территории, видите, розмаринчик, травки, которые мы маринуем, в принципе, у нас еще питомник растений на базе нашей усадьбы. И все травки, которые вкусненькие, запахом, который вот здесь встречает. Ну, витамите, разрежьте уже пару кусочек, да. Угостим наших спортсменок-чемпионок, да. И заодно посмотрим, что же это за удивительное блюдо. Итак, это тесто слоеное, если я правильно понимаю. Нет, это не слоеное тесто, это дрожжевое тесто. Так, дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто. Дело в том, что мы стараемся, конечно, белорусские блюда, чтобы было... Ну, слоеное тоже мы используем. Начиночки, пироги и прочее, это все... То, чем мы завлекаем наших туристов. Все такое местное, такое, пахнет вкусно. Обязательно, все хотят. Ну что, вы сегодня можете попробовать это блюдо? Вам сегодня разрешает ваш тренер? Видимо, да. Давайте поддержим, сегодня можно все. И вилочку дайте нам, пожалуйста, тоже. Так, угощайтесь, пожалуйста, у вас еще будет время и после эфира. Ну и скажите свое мнение. Что, как, да, как оно... Ну, выглядит очень аппетитно. Ну, поэтому к нам и приезжает основа, а вы знаете, Людмила Васильевна, ваша усадьба, она не раз была признана лучшей в Реческом районе, да и туристы вообще нахваливают отдых у вас на берегу Днепра. А в чем секрет? Секрет популярности вообще отдыха в Реческом районе, на ваш взгляд? Ну, как уже предыдущие сказали, это природа. Однозначно природа, однозначно у нас очень красивые места. Милоград, где располагается наша усадьба, она сама по себе вообще очень красивая деревня даже. Да? Вот хотя я один период времени жила в Речице, теперь я живу в Милограде. Могла бы так сказать. Я с Речицы, да? Нет, я всегда говорю с Милограда, и звучит хорошо, да? Очень Милоград, красиво. И вообще природа замечательная. И сосновый лес, и река, и Милоградское поселище. И есть что показать людям. И вообще на территории, я же говорю, у нас, ну и в основном православные люди, они чем? Гостеприимством вообще берут, да? Душевное, встречаем всегда. Основа наших гостей всех, да, 90%, вот я сейчас скажу, да, у нас на лето расписано почти... Уже многие, расписано, да, на лето? Почти-почти все выходные. Это те гости, которые у нас отдыхали, либо отдыхали их друзья, либо кто-то когда-то был на нашей усадьбе, скажем так. Вы никогда не вернетесь туда, где вам было плохо, правда же? Да. Поэтому для того, чтобы вернулись гости к нам, мы должны их принимать как самых родных, дорогих и близких гостей. И все, что есть лучшее, обязательно нужно их почивать, угощать. Что вообще предлагаете сегодня еще туристам, кроме вот таких вот аппетитных кушаний? Ну, во-первых, на территории, как я сказала, у нас очень много усадеб. Чем отличается именно наша усадьба? У нас очень много интересных растений. Усадьба именно расположена на территории, там, где высажены маточники, питомника растений. Очень много различных пихт, ели, сосен и прочих ароматных трав. И это ароматерапия, да, бесплатно, ну, в придачу, да, к этому. Вы просто наслаждаетесь отдыхом. Моя мама, когда ко мне переехала помогать мне, она говорит: Люд, я не могу на второй этаж, я не сплю, и мне нужно там ходить. Теперь она спит, она говорит: я вообще не просыпаюсь, сплю до утра, как полагается. И многие об этом говорят, о том, что очень хороший сон. Вообще, ну, и наш парк очень замечательный. Мы вывозим в лес по грибы, по ягоды очень много. Для детских у нас очень хорошо развит на территории и батуты, и горки. То есть полная песочек. Развлекательная, да, программа, у нас в этом, в том числе. Вы знаете, наша усадьба – это семейная, скажем так. Для семейного отдыха. Да, для семейного отдыха. И мы работаем все там.
И дети у меня, и уже две внучки. Да, да, да. И тоже они участвуют в этом, где-то надо развлечь. Ну, как-то одному в песочнице неинтересно, сразу две мои внучки могут там поиграться и прочее. Ну... Они тоже на работе, можно сказать так, да? С рождения. А, Людмила Васильевна, вот смотри, давайте подытожим. Значит, что такое агроусадьба Намира 34? Это гастрономический туризм, ну, это однозначно. Ландшафтный туризм, да. Это даже, можно сказать, несколько исторический такой вот, да, краеведческий туризм. И плюс к этому ароматерапия, хорошее настроение, дорогие друзья, да. У вас есть уникальная возможность, да, пригласить наших зрителей. Пожалуйста, приезжайте, отведайте наших кушаний, мы каждый раз совершенствуемся, что-то придумываем новое. У нас всегда приезжают наши, которые отдыхали, говорят, что у вас нового опять, что... Ожидают, да, и знают, что, да, что-то, да, будет. Спасибо, да, вам большое, да, за угощение и за приглашение. Вот так, дорогие друзья, гостеприимно встречают в Речицком районе. Обратите внимание, белорусская природа, да, белорусская кухня. Ну и, конечно же, что такое Речицкий район? Конечно же, это благозвучные песни. Кстати, поют здесь все от мала до велика. Вот, например, юные солисты образцовой студии «Фиеста», эти талантливые дети – гордость Речицкого края. И сегодня у нас в гостях руководитель этого образцового коллектива Ольга Александровна Антипова. Добрый вечер, Ольга Александровна. Мы очень рады видеть вас и детей в нашей студии. Ну, расскажите, какая самая яркая победа «Фиесты», вот на ваш взгляд? Самая яркая победа – это та победа, что мы уже существуем 20 лет, и у нас подрастающее поколение уходит, поступает, радует нас с экранов телевизоров, а к нам приходят вот такие юные, замечательные детки, которые сегодня подарят для вас песню. А, кстати, что исполнят сегодня ваши воспитанники для зрителей телеканала «Беларусь-4»? Так повелось, что уже... порядка 10 лет эта песня является своего рода таким гимном. Называется она «Славная Речица». И написал и подарил нам эту песню замечательный речицкий композитор Ольга Владимировна Волох, которую мы очень любим и уважаем. Ну что, дети, готовы? Готовы спеть? Дорогие друзья, ну что ж, «Славная Речица» песня в исполнении юных жителей этого удивительного края закончит наш добрый вечер, Гомель. До новых встреч в эфире!